Ролета день-ночь смарт-ролла с грузилом-утяжелителем «Стандарт». Смарт-ролло – это современный и удобный способ монтажа тканевых ролет. Продуманный дизайн продукта обеспечивает привлекательный внешний вид и также осуществляет неинвазивный монтаж ролеты в раме окна. Фильм продемонстрирует вам возможности монтажа ролеты смарт-ролло день-ночь. В комплекте находятся все элементы, нужные для монтажа ролеты. В первую очередь проверяем, с какой стороны ролеты находится механизм с цепочкой. Он должен находиться напротив ручки. Надеваем накладки, обеспечивающие правильное наматывание ткани на механизм. На следующем этапе механизм с цепи перемещаем в нужную сторону ролеты. На противоположной стороне мы размещаем вторую часть механизма – жалюзи. Обратите внимание, что в случае установки ролеты в версии с леской на этом этапе необходимо выполнить следующее действие. Протягиваем леску через отверстие кронштейнов ролеты таким образом, чтобы после монтажа лески находились в их нижней части. Связываем узлами на концах лесок, а излишки надо отрезать как можно ближе. Ставим кронштейны ролеты в крепление в держателе кронштейна. На комплектные установочные держатели кронштейна ролеты приклеиваем двусторонний скотч. Приготавливаем для монтажа кронштейны ролеты. Для этого следует нажать подвижные элементы кронштейна, одновременно выдвигая их из кронштейна ролеты. Вставляем ролету в подвижные элементы кронштейнов ролет и защелкиваем их. Надеваем утяжелительную балку с нагрузкой в материал ролеты. Мы размещаем заглушки с обеих сторон утяжелительной балки. Стандартный монтаж системы SmartRoll проводится с помощью держателя кронштейна. Для окон с вытяжкой или без возможности их открытия вместо нее применяем монтажную пластину, которую мы наклеиваем на раму окна. Монтаж с держателем кронштейна. Соединяем две части держателя ролеты, но не пережимаем их до конца. Накладываем на раму окна ролету с установленными держателями. Устанавливаем ее в оптимальном положении, а затем удаляем защитную пленку клейкой ленты. Приклеиваем кронштейны к заранее очищенной раме окна и прижимаем элементы, регулирующие ручки. Ролета SmartRoll Standard готова к использованию. Монтаж с монтажной плиткой. Мы готовим монтажные пластины, выламывая верхнюю часть держателей кронштейнов ролеты. Такие держатели доступны отдельно. Внимание, эта операция необратима. Удаляем защитную пленку двустороннего скотча, устанавливаем шторку в оптимальном положении и приклеиваем монтажные пластины к очищенной ранее раме окна. Внимание! Возможно также крепление ролеты с помощью вкручивания винтов в специально подготовленное отверстие в монтажной плите. Ролета SmartRoll Standard готова к использованию. Для монтажной опции версии с леской надо выполнить следующие действия. Глазки ведения лески вставляем в заглушки балки с утяжелителем. Укладываем установленные ранее лески через отверстие, расположенное в заглушках балки с утяжелителем. Соединяем две части нижних крепежных держателей, но не зажимаем их до конца. Устанавливаем крепежные держатели на раму окна, обращая внимание на то, чтобы леска находилась в вертикальном положении. Затем прижимаем элементы, регулирующие ручки. Протягиваем леску через установленные крепежные узлы, а затем, повернув стержень держателя, соответственно ее натягиваем. Избыток лески отрезать. Ролета SmartRoll в опции с леской готова к использованию. Система ролеты SmartRoll также снабжена держателем безопасности, натягивающим цепь. Для монтажа используем элемент предварительного натяжения цепи, а также двустороннюю ленту.
Наклеиваем на держатель безопасности двустороннюю ленту скотч, а затем вставляем цепочку в держатель. Легко натягивая цепочку, приклеиваем держатель безопасности к очищенной раме окна. Кроме того, существует возможность крепления держателя винтом. Ролетто Smart Rollo Standard готова к использованию.